Во дворе на улице Партизанская большая уборка. На очистку двора от снега вышли дворники и тяжелая техника. Работы много, справлялись бы быстрее, говорят рабочие, если бы жильцы шли навстречу и вовремя убирали свои машины. Водители ставят машины не попадя. Из-за этого задерживается трудорасчистка дорог. Невозможно проехать. Мы не то что расчищать, проехать невозможно. Вот это самая первая проблема. Особое внимание и кровлям. Сейчас в городе очищено не больше 50% крыш. Из-за перепадов температуры сосульки образуются быстро. Поэтому вовремя убранная снежная шапка – залог безопасности людей. В том случае, если кровля не убрана, если есть опасность падения сосульки с желобов, со свесов, в любом случае огораживается лентой защитной. И большая просьба жителям города обратить на это большое внимание, потому что эти случаи были и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в этом. Если висит лента, то лучше обойдите. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко оценил работу коммунальных служб неудовлетворительно и поручил в ближайшее время бросить все силы на уборку. Никакие отговорки приниматься не будут. Тех, кто не справится, ждут штрафы. Районы – это ваша функция. По закону. Техника есть, деньги есть, люди есть. Остается только одно – организовать работу. Вот сегодня и завтра, если эта работа не организована, беспощадно, через административные комиссии, подчеркиваю, беспощадно. Также Владимир Василенко поручил в ближайшее время проверить участки возле всех торговых точек в Самаре. Весь город должен быть убран до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».